В администрации района прошло заседание местного координационного совета при главе района по взаимодействию с общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение первых». В начале встречи слово было предоставлено первому заместителю главы района Руслану Емыкову и председателю Совета народных депутатов Александру Брянцеву, которые отметили важность работы совета и его влияние на развитие молодежного движения в районе. Значит, всегда идти впереди. Но когда вы идете впереди, это должно означать, что вы за собой ведете остальных. Если мы называемся советом взаимодействия, очень хочу вас попросить, чтобы это взаимодействие всегда было эффективным. Мы, в свою очередь, будем пользоваться вашей энергией, вашей инициативой и вашим желанием идти впереди и вести за собой сверстников, нашу молодежь, потому что не для красивого слова, а действительно это так, от нас с вами в том числе зависит будущее нашей страны. Учитесь, дерзайте, успехов вам во всем. Желаю, чтобы все ваши желания воплотились в жизнь и ваши инициативы были поддержаны. Считаю, очень активно идет деятельность. Я считаю, все люди, которые руководят движением первого района на своих местах, так дальше продолжайте. Большая вовлеченность. Пусть у вас получается. Все, что есть нужно от нас, с нашей стороны, будем стараться все вопросы закрывать, помогать, потому что сегодня это один из главных приоритетов работы с молодежью, патриотическое воспитание, один из главных государственных приоритетов. С отчетом о деятельности местного отделения движения первых выступила председатель совета Дана Кадакоева. Она рассказала о реализованных проектах и мероприятиях, направленных на вовлечение молодежи в активную общественную жизнь. Представители совета первых местного отделения и активисты движения принимают участие в районных, региональных, окружных и всероссийских акциях и проектах. Хочу отметить, что 2024 год выдался очень позитивным, как для первичных отделений нашего района, так и для меня лично. За этот учебный год более 1500 активистов движения первых от Кашкамского района приняло участие в проектах муниципального, регионального, окружного и федерального значения. На сегодняшний день первичные отделения нашего района приняли участие в 45 всероссийских акциях движения первых. Совет первых Кашкамского района и местное отделение движения первых в Кашкамском районе ставит перед собой немало задач и целей, которые смогут объединить молодое поколение нашего района и создать активное сообщество, готовое к всестороннему развитию. Также свои достижения представила Юлия Донцова, председатель Совета первых первичного отделения общеобразовательной школы номер 9. А куратор первичного отделения Кармалино-Гидроицкой школы Светлана Демиденко поделилась опытом работы с детьми и подростками. Оксана Абазова, представляющая родительское сообщество, высоко оценила работу движения первых, отметив положительное влияние на молодежь и их активное участие в жизни района. Хочу поделиться своей гордостью за свою дочь. В этом году она стала лидером движения первых. Активно принимает участие и находит в этом настоящее вдохновение. Ее цель – продвигать это движение и искренне хочется реализовать свои собственные замыслы. Сателлита всегда была креативной душой, и теперь, когда она погрузилась в это движение, она уверенно делится своими мыслями и предложениями. В числе ее предложений – внедрение больших творческих мероприятий, направленных на привлечение молодежи к общественной деятельности, волонтерскому проекту, экологических акциях и патриотического воспитания молодежи. Я же как мать очень рада, что в это тяжелое для страны время, где ребенку не так легко найти свой путь, есть такая организация, которая не только привлекает молодежь, но и полностью поддерживает их замыслы и помогает реализовать множество проектов. Ребенок находит единомышленников и становится более уверенным, что его слышат, поймут и поддержат. Спасибо огромное организаторам и руководителям этого движения. Мы как родители будем способствовать тому, чтобы наши дети были достойными этого общества. После обсуждений состоялась торжественная часть мероприятия. Первый заместитель главы района вручил 9 юным гражданам их первые паспорта, что стало важным событием для каждого из них. Завершилась встреча совместным фото, которое запечатлело этот значимый момент для участников.